ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области облачно, выглянет солнце, местами осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха в дневное время минус 16, минус 18, ночью 19-21 мороза. Ветер западный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо в облаках, выглянет солнце, днем 17 градусов с минусом, ночью 19 ниже 0. В Тольятти облачно с прояснениями, небольшой снег, днем минус 17 градусов, ночью минус 19, северо-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 16, ночью минус 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 64%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.